В Самарском художественном музее открылась выставка «Наследие 20 века. Дар из частных коллекций». В мраморном зале представлены редкие работы советских художников из личных коллекций меценатов Владимира Аветисяна и Владимира Некрасова. 22 полотна переданы городу безвозмездно. На открытии выставки побывала наша съемочная группа. Подробности в следующем сюжете. Портрет Никиты Хрущева, кисти Александра Локтионова, сочные натюрморты Николая Трошина и редкие авангардные образы Анатолия Зверева. В Самарском художественном музее открылась уникальная выставка полотен известных советских художников. Жемчужины экспозиции – холсты мэтра отечественного постимпрессионизма Петра Кончаловского. Тут вот сейчас представлена работа 50-х годов Кончаловского. Это такой соцреализм. Это портреты нерабочих, их деятелей культуры и хирурга знаменитого. В общем, короче, это вот жизнь нашей страны в 50-е годы. И исполнены очень так смачно, живописно, в духе самого Петра Петровича Кончаловского. Отныне все эти картины в коллекции Самарского художественного музея, куда их безвозмездно передал Владимир Некрасов и почетный гражданин Самары Владимир Аветисян. Когда мы говорим о нашей губернии, мы всегда вспоминаем меценатов. Когда мы называем Самарский областной художественный музей, мы говорим Константин Головкин, купцы Шахабалы, Альфред Флопакан. Очень интересные люди, очень сильные, которые не боятся быть покровителями музея. Вот рядом со мной человек, которого я знаю очень давно, это Владимир Евгеньевич Аветисян. Владимир Евгеньевич решил передать это собрание, а это 22 новых работы нашему музею. Полотна подарили городу еще в 2014 году. Планировалось, что они пополнят экспозицию городского общественного музея, который так и не открылся. Но всегда хочется, чтобы твой подарок доставлял удовольствие тем, кому ты этот подарок делаешь. Поэтому сегодня, я считаю, для меня день выдающийся, большой праздник, что вы все можете эти работы увидеть в этом замечательном зале. Выставка «Наследие 20 века. Дар из частных коллекций» дает старт новой выставочной программе, посвященной грядущему 170-летию губернии. Вы знаете, просто сам факт, что продолжаются добрые традиции, вот добрые традиции благотворительности – это уже большой пример, большой подарок Самаре. Это признание большого позитива с той ситуации, в которой мы сейчас выходим. Поэтому мы, конечно, с большим удовольствием пришли посмотреть. А то, что мы с вами сегодня присутствуем при акте передачи из коллекции коллекционера самарского на всеобщее обозрение в наш самый лучший, в самый огромный, самый великолепный художественный музей Самарской области, такой коллекции, состоящей из каждой из этих работ знаковая. Я считаю, что это, конечно, подарок всем жителям Самарской области. В мраморном зале музея работы останутся для всеобщего обозрения до 6 сентября. Далее, как обещают хранители, картины увидят и в других городах. Полотна обязательно покажут как в передвижных, так и локальных российских и международных выставках. А в ходе открытия этой экспозиции меценат и лидер группы Deep Black Blues Orchestra Владимир Аветисян на открытой внутренней площадке музея дал для гостей эксклюзивный, первый после карантина, концерт с каверами группы «Воскресенье» и традиционным блюзом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова